Репетиции благотворительного спектакля «О, мама Мия» уже идут полным ходом. Главные роли распределены. Непрофессиональные актеры разучивают вокальные партии и сценические движения. А вот кто исполнит вторые роли мюзикла и примет участие в массовке, еще не решено. Народный кастинг у нас будет 4 декабря. Он будет проходить в Ледовом дворце «Союз» в студии современной хореографии «Пространные танцы». Это третий этаж, левое крыло. Он будет проходить в 14:00. На него могут приходить все желающие, кто хотел бы принять участие в благотворительном спектакле «О, мама Ми». Благотворительный спектакль «О, мама Мия» состоится 26 февраля 2017 года. Билеты уже можно бронировать. Для этого нужно позвонить по телефону 30 50 93. Спектакль станет завершающим звеном большого городского благотворительного проекта, который стартовал в середине ноября. Зареченцы уже сделали первые пожертвования. Одно мероприятие прошло, это была дискотека 80-х, которая проходил 26 ноября, и мы также там собирали пожертвования и уже, то есть, бронировали билеты. На этой дискотеке было собрано более 5000 рублей, и на данный момент идет бронирование билетов, уже более 30 билетов забронировано. Все пожертвования, собранные в рамках городского благотворительного проекта «О, мама Мия», будут переданы в Фонд поддержки городских инициатив. Эти средства будут потрачены на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей. Стать благотворителем и оказать помощь нуждающимся может каждый. Для этого достаточно перечислить деньги на расчетный счет Фонда поддержки городских инициатив. Реквизиты указаны на сайте fondzata.ru. Также можно отправить смс-сообщение «Добрый вклад» на короткий номер 7522 и указать сумму перевода. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».